Ушел из жизни дагестанский юморист Халил Мусаев, комедийный актер и участник команды КВН «Махачкалинские бродяги». Он снимался в республиканских проектах «Горцы от ума», а также в популярном сериале на центральном телевидении «Даешь молодежь» и других фильмах. Халилу было всего 48 лет. В соцсети размещено одно из последних видео артиста за несколько часов до того, как он попал в больницу из-за проблем с сердцем.